Полина вроде бы самый обычный ребенок. Сейчас ей 10 месяцев. Она ползает, прыгает, играет, улыбается всем людям, которые улыбаются ей. Но дышит наша дочка не сама, дышит она через трубочку в горлышке. Трубочку ей поставили в возрасте 1,5 месяцев. И по сей день мы дышим не через носик, не через ротик, а через эту трубочку. Трубочка называется трахеостома. Ее приходится постоянно чистить от мокроты, санировать специальным прибором. Иначе она забивается, и ребенок просто-напросто может задохнуться. Ежедневные процедуры, такие как купание, для нас целая проблема. Потому что если туда попадет вода, а ребенок очень подвижный, она просто-напросто может захлебнуться. Поэтому мы всей семьей вокруг Полины стараемся обеспечить ей безопасность, пока она дышит через эту трубочку. Полина, когда родилась, она не задышала сама. Ее сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и на нем она находилась до возраста 1,5 месяца. Это время мы вспоминаем как настоящий кошмар. Полина находилась в реанимации, нас туда, конечно, пускали каждый день, но на 5 минут. Чтобы снять ее с аппарата ИВЛ и забрать домой, стала установка трахеостомы. Мы приняли решение приехать в израильскую клинику Ихилов, где после проведения обследования нам наконец-то поставили точный диагноз, который требует проведения сложной операции ларинготрахеальной пластики с вживлением собственных хрящевой ткани в гортань Полины. После проведения этой операции доктора обещают убрать трахеостому. Операции данного рода пластики гортани проводит доктор Ари Диро, который убрал трубочки многим деткам из России. И сейчас эти детки дышат естественным путем через носик и ротик. Мы очень надеемся, что Полине тоже скоро уберут трубочку, и она сможет дышать, купаться, радоваться жизни, бегать, смеяться, кричать и просто быть без трахеостомы. Лечение в Израиле платное. Наша семья не в силах потянуть такую сумму. Мы вынуждены обратиться к людям за помощью. Спасибо, что вы не остались равнодушными к нашей проблеме.